На сегодняшний день, конечно, в связи с введенным режимом самоизоляции, практически все конфессии Иркутской области, которые проводят работу на территории Иркутской области, с пониманием отнеслись к этой ситуации. У нас на сегодняшний день закрыт датсан, закрыта синагога. Вот прошедшая Пасха в синагоге была в онлайн-режиме, они с пониманием отнеслись к этому. Мы за это очень благодарны. Все, что касается православной церкви нашей, значит, в предстоящие праздники представители Русской Православной Церкви обратились к своим прихожанам с настоятельными рекомендациями ограничить количество контактов, ограничить посещение массовых мероприятий в связи с этой ситуацией, которая сложилась у нас по всей стране. Православные люди должны готовиться к Пасхе на самом деле в обычном режиме. То есть молитвенно, проводя пути Святой Седмицы в молитве, покаянии, богомыслии. Что касаемо богослужений, то, как всем известно, сейчас в церкви тоже приняты меры санитарного характера. То есть мы призываем всех верующих соблюдать установленный властями режим самоизоляции, с пониманием к нему относиться. И особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями. Мы призываем всех по возможности оставаться дома и не нарушать санитарные требования властей. Относительно непосредственно пасхального дня, пасхальных праздников, Великую Субботу планируется проводить освящение куличей, но при этом мы просим людей с пониманием отнестись к соблюдению нормы социальной дистанции. То есть на приходах это будет совершаться непрерывно, с минимизацией очередей, но те, кто придет, чтобы действительно держались друг от друга на расстоянии 1,5–2 метров. Сам пасхальный день праздника, учитывая характер эпидемиологической обстановки, будет организована трансляция, как и телевидение будет транслировать пасхальное богослужение в соборе Богоявления, так будет устроена интернет-трансляция.